Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новый видосик по поводу Амазинга. По поводу модпака Амазинга, не знаю, надоел я вам такими видосами или нет, пишите в комментариях, снимать ли вообще такие видео или нет, но просто появились очень хорошие новости, пацаны, прям охрененные. Ну, как по мне, охрененные просто новости появились. Кто следит за этой группой, тот поймет это. Ссылка на группу будет в описании. Это не пиар, пацаны, ни в коем случае это не пиар. Просто я благодарен человеку, то, что он нас слушает. Сейчас объясню. Кстати, и подписывайтесь тоже на его канал, тут есть три видосика презентации. Я жду видосик презентации винилов. Каких винилов, я сейчас вам расскажу. Как вы знаете, все просили в основном винилы. Просили винилы на BMW M560. Я просил винилы, вы помните, кто предыдущие ролики смотрел, да, я просил винилы на BMW 560, потому что я очень хотел винилы. Но данный человек написал, ну, то есть модпакер. Напомню, что прямой связи у меня с ним нету. Этот модпакер написал в группе у себя, что, к сожалению, GTA Криминальная Россия не позволяет сделать винилы. Но, пацаны, данный человек просто всеми силами к нам прислушался, и ему удалось сделать винилы на BMW 560, пацаны. Просто смотрите на эту красоту. Вот, во-первых, помните этот пост? Вот, люди просили винилы M560, но, увы, GTA Criminal Россия не позволяет. Видели этот пост? Помните его, да, что он, вот, писал 7 мая. И тут листаем вверх. Это мы все видели, к этому мы вернемся. И вот, сегодня ночью он выслал первый скриншот, пацаны, винила. Он просто охрененный. У меня на превьюхе есть, пацаны, там я видосик снимал. Он у меня на превьюхе есть. Вы просто посмотрите, блин, это просто бомба, реально. Это просто реально бомба. Я сейчас сохраню себе эти картинки, и мы подробнее их сейчас посмотрим, я думаю, чтобы вам было понятнее, и мне тоже. Чтобы было понятнее, в принципе. Наконец-то, блин, просто респект реально этому модпакеру. Его Рома зовут, я так понял. Просто ему респект, реально, блин, просто красавчик. И вот еще он выложил буквально где-то, ну сейчас уже почти 8 часов вечера. Короче, сегодня тоже выложил, вот, скриншот тоже нового винила, всего будет 3 винила, потому что больше в системе 100 нельзя засунуть, потому что вы сами знаете, что на каждую машину, у которой есть винилы, можно поставить всего лишь 3 винила. И вот, у Бэхи вот будет еще новый винил, вот такой вот. Ну, честно говоря, мне тут еще предыдущий больше нравится. Давайте я тоже его сохраню, чтобы подробно посмотреть. Блин, не знаю, пацаны. Не знаю, как вам, серьезно, я не знаю, как вам. Вам нравятся такие видосы или нет, но, блин, я очень рад, что нашелся этот человек, нашлась его группа, и мы можем следить за всем процессом работы над модпаком. Я думаю, это очень круто. Тапки параши написал чувак. Ну, такое. Вот он написал, сам этот скрипт и написал винила. 100%, ну типа винилы 100% будут разные. И трех видов. Планы большие. Когда выйдет, неизвестно. Еще пока что самому. Поэтому все будет нормально. Он делает винилы, понимаете? Он сейчас именно, я так понял, он сейчас зациклился именно на винилах для Бэхи. Понимаете, я очень их просил. Ну и вы тоже просили. Поэтому это все, в принципе, наша, точнее, его заслуга, но мы помогаем в создании модпака. Вы просто можете зайти, подписаться на группу и писать под постами, что вы хотели видеть. И если ему эта идея понравится, то он обязательно это сделает. Человек прислушается ко всем. Поэтому, пацаны, все в ваших руках. Хотите, подписывайтесь, будьте вместе с нами следить за развитием модпака и помогать в его разработке. Это уже дело ваше. Не знаю, мне тут винил что-то больше нравится. И, скорее всего, я, наверное, такой поставлю себе винил. Но, кстати, видите, это, походу, цвет машины будет. Но я цвет машины менять не буду, просто камуфляж, наверное, сверху поставлю. Но я еще не видел третий винил, пацаны. Третий винил, будем ждать его. Будем ждать. Видите, пару новостей появилось, я вот решил видосик записать. Не знаю, вам нравится такой формат или нет. Я хотел с вебкой записывать, но у меня почему-то на новом OBS вебка не работает. Я не знаю, почему, но... Точнее, на новом бандикаме вебка не работает.
Кстати, вот этот пост меня угарнул. Вот, видите, тут тоже администрация, но это когда еще она нормальная была. Давайте я тоже копирую, чтобы вам подробно показать. Уже в группе, кстати, 550 человек, понимаете? 550 человек. Когда я нашел эту группу, здесь было 330, по-моему, человек. И видите, людям интересуется, видите, сколько активности просто. Лайки, комментарии, все пишут, все просят там то-то добавить. Пишут свое мнение и так далее. Вы тоже можете в этом участвовать, пацаны. Все ссылки, повторюсь, в описании на эту группу и на его канал. Кто желает там на канал подписаться. Я это подписываю, просто я, видите, через Оперу зашел. У меня в Опере аккаунт не авторизовался, короче. У меня через другой браузер. YouTube авторизован. Так, погнали уже подробно посмотреть на картинки. Что ж, давайте посмотрим вот именно вот эти картинку. Здесь у нас три автомобиля. Это Mercedes, по-моему, Ешка получается. Да, это, по-моему, Ешка, если я не ошибаюсь. Потом Dodge SRT. Кстати, не знаю, модпакер меня смотрит или нет, но было бы круто, если это обычно, по-моему, SRT. Есть SRT Демон, по-моему, называется. И он более злее и круче вроде. Ну, хотя особо вроде они там не отличаются, но было лучше, если бы он Демона сделал. Именно модель из Демона. Он позлее версия такая. И Range Rover Sport, по-моему. А, не, SVR это, по-моему. Ну да, Range Rover Sport, в принципе. Я вижу, вон мониторчики там есть. Ну видите, блин, ну... Молодец, реально молодец просто. Кстати, вот эта Ешка более-менее нормальная, но, по-моему, она сейчас такая есть. Или другая у нас. А, не, диски я вижу сразу, что другие стоят. Ну реально красавчик, модпакер делает годно. Ну что ж, вот самая сладенькая, это Беха. Бехочка, любимая красавица. Не знаю, мне этот винил очень понравился. Серьезно, просто видите, цвет по ходу машины именно самой, это оранжевый, я так понимаю. Скорее всего. И вы сможете подобрать любой цвет. Видите, она будет... Вот видите, что этот цвет оранжевый, это цвет основы будет машины. А вот камуфляж, он будет сверху ложиться. Поэтому мы сможем подбирать, я так понял, разные стили камуфляжа, цвета. Это будет круто. Это реально будет круто просто. Не знаю, мне вот эти диски очень нравятся. Не знаю, там кому-то может не нравиться, но, блядь, они охуенные, пацаны, согласитесь, они охуенные. Реально, они охуенные. И модельку, кстати, вот этой бэхи он уже слил, но без винила она только. Я бы, конечно, хотел уже с винила бы попробовать, блядь. Я бы так просто счастлив был, не знаю, если бы с винилами бы поездить, короче. Чисто на воебоне такой бы ездил, кайфовал бы. Ну, просто для души, даже не для воебонов, а чисто для души покататься самому. Просто покайфовать с винилами. Я думаю, было бы круто. Но, блин, не знаю, когда модпак. Я думаю, может, в конце лета он выйдет, может, раньше. Это уже зависит от модпакера. Но, пацаны, это тоже зависит от вас, потому что если мы будем больше ему помогать, советовать, он будет прислушиваться, то быстрее, скорее всего, он сделает. Понимаете, вот раньше модпаки, знаете, как делали? Типа, модпаки сами решали, какую машину добавлять. А так, когда игроки собирают вместе модпак, то он будет намного лучше и всем он будет нравиться. А модпакеры в основном собирают модпаки под себя. Мы это все прекрасно понимаем и знаем. Ну, моделька хорошая, погнали к следующей. Так, вот следующий винил, тоже камуфляж типа, но... Ну, честно, мне тут пока что больше нравится, но это тоже неплохой, неплохой такой. Мы просто по кругу не видим машину и... В первое впечатление может быть обманчивым, как мы все знаем. Поэтому... Ну, тоже довольно-таки неплохо выглядит. Я так понимаю, тоже это не основной цвет машины. Хотя, не знаю, скорее всего, вот эта тачка не будет краситься. Она именно будет такого камуфляжа. Хотя, не знаю, может она и красится, блин. Это надо узнавать у самого пакера. Кстати, многие просили, типа, ноздри на BMW черные сделать. Ну, пацаны, я не знаю, насчет ноздри, типа, на BMW черные, чтобы они были... блин, как вам даже показать, я не знаю. Сейчас попробую что-то придумать. Так, вот, как пример вам покажу, короче. Да. Да, я фанат этой машины, я фанат этого кузова. Понимаете, я люблю эту тачку, мне она очень нравится, да. И бывают такие фотки. Вот, вы просите, чтобы эти ноздри, типа, сделать черные. Ну, не знаю, пацаны, как по мне, она и так очень красиво смотрится. Если бы добавить отдельно, это как тюнинг, понимаете? Если в этом, как его... В СТО сделать, чтобы отдельно как тюнинг это было, типа, делать черные ноздри вот эти вот, и черную крышу, например, там. Я думаю, это было бы круто. А так, блин, возможно, кому-то нравится с хромированными ноздрями, кому-то с черными.
как бы это очень трудно. Мне нравится как бы схромированно. Я не знаю, как с черными бы смотрелось, но... Не знаю, вроде бы так тоже неплохо. Либо можно пропустить модпакера, чтобы там третий винил он сделал, чтобы еще и ноздри были черные. Разве что такое решение сделать? А так я не знаю, честно. Так я не знаю, вроде бы и так хорошо. Это уже к модпакеру, пацаны, это уже не ко мне. Как бы у меня с ним прямой связи нету. Я так сам как вы, пишу ему в комментариях. И просто жду, как бы, что он ответит, что он там будет делать и так далее. Слежу за новостями, вот и все. Я такой же, как вы, понимаете? Ну что ж, вот и видосик подошел к концу, пацаны. Повторюсь, все ссылки в описании. Подписывайтесь на группу, кто хочет, следите за новостями. Я буду следить просто. Я каждый день сюда захожу по 100 раз, если даже не больше, понимаете? Я особенно слежу за Бэхой, как она развивается. Вот винильчики и так далее. Это очень круто. Просто респект модпакеру. Я уже много раз просто ему благодарен. Повторюсь, это, пацаны, не пиар. Мне все равно, можете не подписываться. Кому это не надо, можете просто вы закрыть видос и все. Можете не подписываться, но те, кому важен, какой будет модпак, кому интересно, тот подпишется и будет следить за группой и помогать в развитии модпака. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Повторюсь, все ссылки в описании. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.